إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله ورب الله вот эти вот дни этого месяца, которые были заполнены постом, поминанием Аллаха, чтением Корана, а ночи были освящены намазами, ночными молитвами. Эти дни подходят к концу, и пробежали они как один час. Мы просим Аллах Субхана ва Тааля, чтобы Он заменил нам вот эти вот ушедшие дни благодатью, баракой в днях оставшихся. И чтобы Аллах Субхану ва Тааля позволил нам с вами завершить этот месяц, получив от него прощение, получив от него рахма, милость, освобождение от адского огня. И знайте, у рабы Аллаха, что Всевышний Аллах установил в конце этого месяца для вас великие виды поклонения, служения Ему, которые увеличивают иман, которые доводят до полноты ваше айбада, ваше поклонение, и которые являются добавлением к тем несчастливым дарам, которые дает нам Всевышний Аллах. И среди этих поклонений первое – это закатуль-фитр, садакатуль-фитр. Второе – это такбиры, праздничные такбиры. Третье – это праздничный намаз. О, рабы Аллаха, что касается первого вида поклонения – закатуль-фитр или садакатуль-фитр. Это садака или это закат специальный, который был установлен посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в виде одного са еды, продукта питания. Са – это что такое? Это мера объема. Мера объема са – приблизительно 4-2 сложенные пригоршни, 4 вот таких пригоршни взрослого мужчины. Са – где-то приблизительно, если брать в килограммах, а килограммы мерить трудно, потому что это мера объема, а не веса, но где-то около 3 килограмм еды, так установил пророк, алейхиссалату вассалам, и на это указывают достоверные хадисы, и в обоих сахих от Ибн Умара, радиаллаху тааля анхума, сподвижника пророка, алейхиссалату вассалам, передано, что он сказал, «Фарада Расулюллахи, саллаллаху алейхи вассалям, установил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в качестве обязанности закатуль фитр, саан, один са, мин тамр, из фиников, са мин шаир, или один са из ячменя. Аляль абди валь хур, с раба и свободного человека. Ва закари валь унса, с мужчины и женщины. Ва сагири валь кабир мин аль муслимин, с маленьких и взрослых из числа мусульман. Ва амара биган туадда кабля хуруджин нас иля ссаля. И приказал, чтобы выдавался он, этот закат аль фитр, до выхода людей на праздничный намаз. А от Абу Саид аль-Худри, другого сподвижника, передано, что он сказал, «Куна нухриджу фи ади Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям, йаум аль-фитр са'ан мин та'ам». Мы выдавали в день разговения, во времена пророка, алейхиссалату вассалям, один са' еды, продукта питания. И Абу Саид аль-Худри говорит, а нашей едой в то время был ячмень, изюм, сушеный вот этот сухой творог, акид, и тамар, финики. А Ибн Аббас, другой сподвижник пророка, алейхиссалату вассалям, он сказал, «Фарада Расулиллахи, саллаллаху алейхи вассалям, закат аль-фитр тухратан лиссаими мин аль-лагви ва рафас, ва тухматан лиль-масакин». Установил пророк, алейхиссалату вассалям, закат аль-фитр, как очищение для постящегося от пустословия и каких-то греховных речей, и как кормление для бедняков. «Ман аддаха кабля ссаля». Фахия закатун махбуля. Тот, кто выдаст садакату фитр до намаза праздничного, то это принятый закат аль-фитр. Ваман адда ба'да саля, фахия садакату мина садакат. А тот, кто выдаст закат аль-фитр уже после намаза, то это просто будет обыкновенная садака. То есть уже не считается закат аль-фитр. Поэтому, раба Аллаха, каждый мусульманин обязан, у которого есть возможность, обязан выдавать за себя садакату аль-фитр, а также за тех людей, которых он обязан содержать, жена это, или это его дети, или кто-то другой, кого он обязан содержать. Что касается плода, который в чреве матери, то выдавать за него или нет, не обязан человек выдавать за плод, который в животе, но если выдаст за плод также, то это лучше, это желательно. Где выдает человек? Где застал тебя праздник? Вот эта вот ночь перед праздником, где тебя застало? Вот там ты и выдаешь в той местности закатуль-фитр.
Если же ты находишься в одном месте, а твоя семья, за которую ты должен дать закату, фитр, находится в другом месте, тогда ты выдаешь там, где ты находишься, и за себя, и за них. Но разрешено также тебе и им поручить, чтобы они там выдали и за тебя, и за себя, о рабы Аллаха. То есть поручить им это сделать. Время, когда выдается закат-уль-фитр, это очень важно. Многие люди не знают и ошибаются. Выдается закат-уль-фитр, его время наступает, когда садится солнце в последний день Рамадана. То есть в ночь на праздник, когда начинается эта ночь на праздник, садится солнце, это начинается время выдачи закат-уль-фитр и продолжается до праздничного намаза. Вот это вот время. Некоторые ученые говорят, что можно за день или за два максимум до праздника выдать. Хотя, конечно, в хадисах передано, что это просто сподвижники, они давали сборщикам закат, уполномоченным давали, пока это не беднякам еще, а беднякам давалось все-таки уже потом, перед праздничным намазом. Но как бы то ни было, максимум за день, за два. Но раньше этого нельзя. И те, которые выдают в начале Рамадана уже, или в середине Рамадана, или за неделю до праздника, это неправильно. Потому что так не делал пророк Саусарам и сподвижники. И мы не можем с вами быть более стремящимися к благу, чем сподвижники, опережать их, о рабы Аллаха. А если человек опоздал в садакатур-фитр и выдал в садакатур-фитр, закатур-фитр уже после праздничного намаза, то, как было сказано в хадисе, если он это сделал умышленно, пренебрегая, то это грех. И на нем грех. Он уже, конечно, даст эту садака, но это уже не будет считаться садакатур-фитр, это будет считаться просто уже садака, обыкновенная садака от него, о рабы Аллаха. Кому дается закатур-фитр? Следующий вопрос. Закатур-фитр дается, заслуживают его те люди, бедные люди, которым полагается обыкновенный закат. Кому можно давать обыкновенный закат из бедняков? Тем же можно давать и закатур-фитр также. И, о рабы Аллаха, будьте очень внимательны. Чтобы не выдать ваш закат-уль-фитр тем людям, которые не заслуживают его, которые не являются на самом деле бедными. Если ты знаешь, что этот человек, он не бедный, и что он не нуждается, то в таком случае ты ему не даешь. Хорошо? А если знаешь, что человек бедный, то есть он не имеет средств или не имеет достаточных средств для содержания себя и своей семьи на год, то тогда в таком случае этому человеку можно давать. И человек, который знает, что он не заслуживает садакатур-фитр, он тоже не имеет права брать, потому что это имущество будет для него харамом, будет запрещенным. Сколько выдается садакатур-фитр? В каком количестве? Меня часто спрашивают, а сколько в этом году денег садакатур-фитр? Сколько в этом году садакатур-фитр? Я говорю и в этом году, и в прошлом, и 100 лет назад, и через 10 лет. Садакатур-фитр не меняется. Один са продукта питания. Один са продукта питания. Са, мы сказали, около 3 килограмм продукта питания. Продукт питания, то есть нечто, во-первых, что может быть отмерено, не взвешено, а отмерено, как разные крупы, или как финики и так далее, что может отмеряться. Во-первых. Во-вторых, это должен быть основной продукт питания. И если человек, например, скажет, ну я могу сахар выдать. Нет, сахар нельзя, сахар не основной продукт питания. Кто-то скажет, я мясом дам. Нет, мясом нельзя, потому что мясо это что-то отвешиваемое, а не отмериваемое, во-первых. Во-вторых, это не основной продукт питания. Во время пророка, алейхиссалату вассалям, выдавали чем? Выдавали пшеницей. Бур. Или выдавали шаир, то есть ячмень, или финиками, или изюмом, или вот этим вот сушеным соленым творогом, который называют курд в некоторых местах по-арабски акет. Сегодня, конечно, если людям дать пшеницу или дать им ячмень, что они будут с ними делать? Поэтому выдается тот продукт питания, который распространен в этой местности, он является основным продуктом питания в этой местности, будь то фасоль, или гречка, или горох, или рис. Или даже мука, более правильно, что можно выдавать и муку. Или мелкие макаронные изделия, 3 килограмма, приблизительно с одного человека, о рабы Аллаха. А деньгами давать нельзя, о рабы Аллаха. Да, кто-то скажет, есть мнение некоторых ученых, да, есть. Но нам приказано следовать за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Ни во времена пророка, алейхиссалату вассалям, его сподвижника, во времена никто не выдавал никогда деньгами садакатуль-фитр.
Тогда тоже были деньги, были динары, были дирхамы, но не выдавали деньгами у раба Аллаха, выдавали продуктами питания. Поэтому если кто-то скажет, нет, лучше деньгами, мы скажем, ты противоречишь сунне пророка, алейхиссалату вассалям. А пророк, алейхиссалату вассалям, что он сказал? «Ман амиля амалан лейса алейхи амруна фахуа раддун». Кто совершит какое-то деяние, на которое нет нашего указания, то это отвергнуто, это не принимается. Поэтому, у раба Аллаха, следуйте сунне пророка, алейхиссалату вассалям, и будете счастливы. Получите успех, неукоснительно держась за его пример. Некоторые говорят, люди, ну, деньги же полезнее для бедняка, чем дать ему продукты. Мы скажем, во-первых, религия, она не строится на мнениях людей. Я думаю, я полагаю. Религия – это то, что ниспослано от Аллаха. Аллах так установил. И здесь нельзя говорить, а я считаю, что это полезнее. Это во-первых. Во-вторых, если человек на самом деле бедняк, на самом деле он беден, то такой человек нуждается обязательно в продуктах питания. И ему будет очень приятно, если ему кто-то принесет мешок муки, или мешок риса, или мешок гречки. И ни один бедняк, если это настоящий, конечно, бедняк, он не откажется от муки, или от макаронов, или от риса, или от гречки. В-третьих, мы скажем этим людям, а что мешает вам? Если вы так переживаете о бедняках, что мешает вам, помимо садака тульфитр, давайте ему еще просто садака в виде денег. Кто вам, почему именно вы связываете эти садака ваши с садака тульфитр? О рабы Аллаха, я призываю вас, очищайте ваш пост, который вы соблюдали в течение этого месяца, очищайте его, выдавая садака тульфитр от души, от сердца ради Аллаха Субхану Таля, и стремясь выдавать самое лучшее. Не так, как делают некоторые, выдать что-то, лишь бы избавиться от этого садака тульфитр, и относиться с пренебрежением, как к чему-то неважному. Это очень важный вид поклонения. И большая награда в этом виде поклонения. И побудил пророк, алейхиссалату вассалям, специально к этому виду поклонения. И вы давайте самое лучшее, чтобы вы хотели, чтобы дали вам. Потому что Аллах, субхану ва тааля, сказал, «Лан таналюль бирра хатта тунфику мимма тухиббун». Вы не достигнете бир, благочестия, пока вы не будете тратить из того, что сами любите. Потом, как ты можешь быть доволен? Ради своего Господа дать что-то плохое. Для себя бы ты этим не удовольствовался. Вот этим плохим. Поэтому не смотрите на садаку тульфитр как на что-то неважное, от чего просто нужно избавиться побыстрее. Огромная польза. Сколько пользы в этом поклонении садаку тульфитр? Сколько тайной мудрости? Если человек только бы знал, сколько там награды в садаку тульфитр, тогда человек ни за что бы не колебался. Не колебался в том, что ему выдать. И выдавал бы самое лучшее в качестве садаку тульфитр. Во-первых, если вы спросите, какая польза, мы скажем, ну, во-первых, это очищение для твоего поста, как в хадисе, для твоего сияма, очищение. Разве во время твоего поста, что не было пустословия какого-то у тебя, или каких-то речей плохих, или, может быть, ты кричал на кого-то, или ругался, и так далее, или что-то греховное совершил, может быть, ты нуждаешься в очищении от этого. Да, садака тульфитр помогает очищаться от этого. Во-вторых, это исправляет недочеты, которые были в твоем посте. Искупление для недочетов. В-третьих, это благодарность Аллаху, что Аллах тебе позволил дожить до Рамадана, пропаститься, провести его в посте, в служении ему. В-четвертых, о рабы Аллаха, это же очищение для твоей души от всяких порочных качеств, жадность, скупость и так далее. Наоборот, это приобретение хороших нравственных качеств, щедрость и так далее. Наконец, в-пятых, это же избавление бедняка от нужды. Это помощь бедняку, и это внесение радости ему вот в этот вот светлый день. И, наконец, в-шестых, Аллах тебе дал религию. Это прекрасно. Аллах дал тебе здоровье в теле. Вырази благодарность ему и дай садака тульфитр наилучшим образом. И верующий человек, он должен, не забудьте, восхвалить Аллах Субхану ва Тааля, что Аллах сделал тебя из таких людей, которые могут дать садака тульфитр. Чья рука? Верхняя рука. Рука дающая. Дать садака тульфитр и получить награду. А люди, за которых дают садака тульфитр, например, жена или дети, которые еще не могут себя содержать, они должны быть благодарны, во-первых, Аллаху и восхвалять Аллаха, что Аллах вот так вот, хоть у них у самих нет возможности, но Аллах возложил на их опекунов за них дать садака тульфитр, чтобы они таким образом получили вот очищение и награду. А во-вторых, эти люди, жены и дети и так далее, они должны быть благодарными своему опекуну, человеку, который за них выдает садака тульфитр. Потому что тот, кто не благодарен творению, тот не благодарен Аллаху. А какое может быть лучше благодеяние, чем вот это, когда за тебя выдана садака, в которой столько награды и столько блага.
Это первое у раба Аллаха, что вы обязаны делать вот сейчас, перед праздником. Второе у раба Аллаха, связанное с праздником, установление Аллаха, это такбир. Такбир, то есть вот эти вот праздничные возвеличивания Аллаха Субхана ва Тааля. Когда установлен такбир? Такбир установлен, начинается время произнесения такбира, когда садится солнце, последний день Рамадана, вот в эту ночь перед праздником. Потому что Аллах Субхана ва Тааля, Он в Коране сказал, «Валитукмилю л'иддата, валитукабберу Аллаха аля ма хадакум, валя аллакум ташкурун». И чтобы довели вы до конца число дней поста, и чтобы вы возвеличили Аллаха такбиром. За то, что Он вас наставил на прямой путь. Может быть, вы будете благодарными. И для мужчин желательно громко произносить такбир. Громко, в мечетях, дома. Можно на улице произносить. Громко, громогласно объявляя о своем возвеличивании. О возвеличивании тобой Господа. И выражая эту благодарность Ему за то, что Он позволил тебе дожить до этого праздника. И продолжается такбир до праздничного намаза, произнесения такбира. А когда уже праздничный намаз заканчивается, то тогда заканчивается и время произнесения такбира. Как произносится такбир? Какие слова? От сподвижников передано. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ля иляха илляллах, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, валиллахи лхамд. Вот эти вот слова. Каждый мусульманин, очень важно, произносит такбир сам. То есть каждый произносит громко, но сам. Хором это неправильно. Потому что не передано от пророка и сподвижников, что они хором это делали. То есть вместе начинать, вместе заканчивать. Правильно, что каждый произносит его громко, но каждый по отдельности. О, рабы Аллаха. Что касается женщин, то женщины, они в присутствии посторонних, особенно они, поскольку женщинам приказано не показывать себя, то они произносят такбир тихонечко, не громко. Поэтому не забывайте такбир. Вот сядет солнце, последний день Рамадана. Не забудьте произносить эти слова побольше и учите своих детей и свою семью этому. Выражайте Аллаху Субхану Таля благодарность, получайте награду и произносите этот зикр, великий зикр, в котором возвеличивание вашего Творца, восхваление Его, в котором есть благодарность Ему, стремясь к награде от Аллаха Субхану Таля со страхом и надеждой, устремляясь к Нему. Акулю хаза аль-каул ва астагфируллаха ли ва лакум.